Самые яркие события и новости Орска прошлых лет смотрите далее. Сегодня в Орском родильном доме отметили День матери. Глава города Виктор Франц поздравил женщин, для которых этот праздник совсем недавно стал главным в жизни. Это непередаваемое ощущение, когда ты увидишь свое чудо, когда оно появилось на свет, ты забываешь про все страхи, про все на свете. Ты просто посвящаешь себя полностью материнству, своему ребенку и просто... Я не знаю, куда что девается, какая боль, все это исчезает. По статистике, почетное звание «мать» носят более 50 миллионов россиянок. Более трети населения Орска также гордо могут назвать себя мамами. Отмечать этот праздник в России стали сравнительно недавно, 12 лет назад. С тех пор традиция чествовать мам всех поколений передается из года в год. Вы ощутили это чувство материнства? Именно здесь присутствую, в родильном доме. Очень хорошо, что вы сегодня не одни, а у вас есть теперь опора, надежда ваша. По словам работников роддома, ежедневно в Орске на свет появляются в среднем 6-7 малышей. Радует и то, что сегодня повторные роды перестают быть редкостью, становятся скорее нормой. Причем двойными, а то и тройными мамами орчанки не боятся стать даже в достаточно зрелом возрасте. К слову сказать, медики наблюдают еще и одну тенденцию. В последнее время среди новорожденных больше мальчиков, чем девочек.